Сегодня 31 октября 2012 года, четверг. Сижу, занимаюсь днем. Ну, где-то часа в 2:30. Бац, погасло. Я разные способы пытаюсь, нет ничего. Взял телефон, она от телефона стационар. А телефон не работает. Пошел на улицу и нашел прорыв. Кто-то оторвал. Оторвал, машина прошла или что. Давай звонить. Обещала комиссия приехать там, ну, где-то... Обещали за 2 часа, а теперь на следующий день. Да и то до 10 часов никак. Вот позвонил. Володя заехал. Провод, чтоб легко натягивать было. Ни сантиметра не потерять от него. Вот где он вверху у тебя есть, ты его закрепил. Все, слазь. Нет, он его не закрепил. Вот Игорь Дубнов тут держит. Он не знает, как его закрепить. Просто. Лестницу, которую делали, мы ее сняли с голубятни. Чтобы ни под каким видом она не выскочила. Можешь мне так объяснить? Ну и все тогда. Нет, ну я тебе могу объяснить, но ты можешь не понять. Ну да. Иди, короче говоря. Да может она и не надо будет. Только чтобы она из крюка из этого не выскочила. Ты ее завязал или что? Подожди. Игорь, что он сделал? Ты как, ее завязал? Ну а как? Ну натянули просто, вот держим ее и все. Я считаю, что вот этот провод там надо на эту, а вот этот, на столб, Володя, вот этот, и вот потом под проволоку засунуть и вот как-то сделать. Прям вот так вот вокруг, понял? Вот так. И он будет держаться. Только уже начинает темнеть. За крючок, да? Да. За какой крючок? Вокруг столба и вот этот провод вот так вот с той стороны, где он идет к дому. Вот за, так, закрепи, вот это, так, слышь? Вот его прям вот так прикрутишь, понял? И он будет держаться. Веревочкой как вот, закрепи. Бери. Только закрепи с той стороны он чашечки. Вон он пошла. Он не пойдет, понял? Провод. Ну, короче говоря, я так и понял, что ты не пойдешь. Надо закрепить, ты ее не закрепляешь, стоишь просто. Ну, а он нечем закреплять, чем он будет закреплять-то? Я дал веревочку, она... А веревочка разве может закрепить его? Можно, до завтра, до 10 утра. Ну, я просил полезть-то, не пустили, а теперь нельзя. Надо было вот. Проволочкой вот этой прикрутить можно. Надо было проволочкой, вот, Володя. Проволочка лучше всего. Только привязывать с той стороны, до этой. Ты ее не натягивай, отпусти. Натянуть-то не будем, когда мы пойдем на лестницу, возьмем туда. Ну, конечно, мы возьмем. Я и так могу, вот, я вот так могу ее держать. Мне какая... Не надо, не надо, надо, чтобы она была закрепленная. Вот я туда ушел, и все. Держи. Надо закрепить ее. Посмотри, как там. Ты закрепишь. Может быть, несколько раз это наш телефонный кабель притянуть к этой, к столбу. Да. Прям наш телефонный кабель прокрутишь. С маленьким натягом вниз. Да, и такой натяг, и чуть натяг вниз, чтобы был угол. Чтобы она это, под углом была. Тут рядом опь. Красивое место. Летом зелень одна. Вот это на крышу, тут с лестницей я сейчас копошился. 2 раза залез туда. Провода все... Зачистил, но если порвано между домом и проводами, тут уж ничего не сделать. Не знаю даже, что тут можно делать тогда. Прямо сюда спустить, не знаю даже. Посередке лестницу не поставишь. Провода самого, проволоку накрутить. Ее надо зафиксировать. Вот нет, стой, конечно, стой. С той стороны, я сказал, справа от этого изолятора. Да, конечно, справа. Изолятор свободен должен быть. Да, не отсюда, нет. Ну и к изолятору можешь прикрутить, чтобы она не выскочила никаким путем. Можно к изолятору, да. Можно вокруг столба. Ну и все тогда. Я изолятор хорошо снимать ничего не буду. Сейчас потащим, я второй сделаю снимок. Ну да, можно. Приехали ремонтировать. Добрый день. Здравствуйте. Чем вам? Мы вчера сами тут лестницей лазили. Вон там ехал этот, ну, большой самосвал. Надо выше поднимать. У него высокий такой вверху. А здесь же порвалась, а не там. Ну не знаю, это мы, я свои провода тут достал, давай наращивать тут и... Ну, мы там будем видеть. У нас очень большие ресурсы. Он порвался здесь где-то. Да, и мы поэтому наверх не стали. Он шел вон там под крышей. Вон там был.
провод шел, вон за это вот цеплялся, и ты дальше вон там под это, где он сверху идет, надо выше поднять будет. Он прямо зацепил этой макушкой-то. Какие-то огромные самосвалы тут что-то делают, насыпь делают там, расширяют. Нет, я понимаю, он бы порвал бы через дорогу. Вот эти провода поднять надо выше. Он, она же чуть пониже была, он его захватил и рванул, и все. Нет, тут уж ничего не... Кто подвязал? Все, давай, поднимаем. Я тут наставил вот это еще. Вон вот, который внутри. Вот ремонтируют, и как рано приехали, благодарю Бога. Сейчас беседовал только, разговор с Америкой был сейчас, и перервали. Идите, проверяйте. Главное, у меня разговор идет с Америкой в это время. Оторвалось.